В московском парке Сокольники открылась международная выставка «Телекинотехника-80». Около 200 фирм и внешнеторговых организаций из 17 стран мира демонстрируют свои успехи в области создания современных кинематографических и телевизионных машин, аппаратов, приборов. Широкий обмен достижениями и опытом между советскими и зарубежными специалистами, дальнейшее развитие научно-технических и торгово-экономических связей – таковы задачи международной выставки «Телекинотехника-80».